Друзья, приветствую! Сегодня еще один отличный день, когда мы наблюдаем со стороны вот эту вот паник сейл. Я не знаю, как по-другому это назвать. Это просто праздник какой-то. Ну, конечно же, я немного злорадствую, потому что если посмотреть мой портфель, он уже давненько в депозитах и в LQDT. Общий капитал более 30 миллионов рублей. И эти ребята, эти рубли ждут, когда я их расчехлю и отправлю на рынок. А пока рынок валится, вы знаете, насколько, на 4% сегодня индекс обвалился. Мой LQDT уже бодренько растет, уже давно приносит больше 4%. Ну ладно, сейчас не об этом. Давайте пообщаемся вот о чем. Вот индекс Московской биржи. Друзья, ох, я вам скажу, горячий у нас месяц сентябрь в том числе тоже планирует состояться, потому что вот эта вот сегодняшняя первая же свеча на 4% вниз, это не может быть свечой успокоения, я вам сразу скажу. Поэтому в сентябре у нас покупки тоже невозможны на лонг. Напомню для тех, кто вновь прибыл. Покупаем мы, работаю по месячному таймфрейму, и на падение для меня важно вот что. Первое, пробой верха месячной свечи, пробой. Второе, то есть видите, у меня здесь линейное снижение было, и верх месячной свечи не пробивался, а он пробился лишь позже. Пробой состоялся, но модель мы не нарисовали и пошли снижаться. Вот пробой только состоялся в августе 2022 года. Второе, что меня интересует, контртрендовая волатильность. Вот она, контртрендовая волатильность. Сентябрь 2022 года, октябрь 2022 года. И третье, свеча успокоения. Свеча S. Успокоение. U. S-U. Так ее назовем. Она из себя представляет, видите, вот две свечи успокоения с коротким телом. 5% одна. 6% другая, довольно-таки комфортно можно поставить стоп, и на пробой этой свечи успокоения можно заходить и садиться в тенденцию. Так вот, друзья, вернемся к нашей ситуации, которая у нас сейчас наблюдается. Еще в начале лета я вам писал про уровень 2501.78, но глядя на сегодняшнюю тенденцию, я вам скажу, что этот уровень может сразу пасть. Не ожидал. Я рассчитывал на то, что будет торможение какое-то перед этим уровнем. Рассчитывал, что будет какой-то отскок технически. И лишь потом мы этот отскок выпьем, падением. И на этом уровне будет какой-то разворот. Я ожидал, что будет месячная свеча у нас сентябрьская. Хотя бы ее первый день более-менее зеленый, в районе нуля. Но и у нас вот такой вот клин даже был. Я ожидал, что этот клин мы не пробьем и где-то остановимся, а нет. Сегодняшние торги нам показали, что клин мы не будем отрабатывать. Его, по сути, больше нет с нами, этого клина. Можно его вычеркнуть из нашей головы. Поэтому главная тенденция, друзья, а тенденция сейчас жестко нисходящая. Лютый даунтренд, тяжелейший, пятый месяц. Друзья, если вам кто-то говорит сейчас, покупайте акции. Эта цена еще лучше. Просто отписывайтесь. Просто отписывайтесь. Потому что я не знаю, как можно такое говорить. В лицо людям. В глаза, можно так сказать. Да? Когда пятый месяц вниз. Вы на что рассчитываете здесь? Тут тяжелейший поезд скоростной. Сапсан идет против вас. И какие лонги? О каких лонгах сегодня может идти речь? Друзья, да. В общем и целом, подытоживая, следим за развитием торгов. Конечно, на вот этом уровне 2501.78, возможно, у нас будет какая-то реакция. Но в любом случае, больших лонгов, вот какие были в 2023 году, в начале года, больших лонгов я не вижу с текущих. Я вижу лишь продолжение тенденции, снижение, потому что тенденция линейная, она явная, каждый месяц ниже и ниже все идет. Поэтому, друзья, тут
казалось бы, вообще шансов нет никаких. Если мне вот вопрос сейчас задают, люди приходят из других каналов, говорят, ну, Сергей, вот тогда где покупать-то? Можете цифру хоть назвать? А я, знаете, отвечаю вот так вот. Это некорректный вопрос. Я не знаю, где он остановится. 2500, 2220, 2258, 1865. Абсолютно не знаю. 1500, 1000. Не знаю. Я лишь обозначил важные уровни, да, с которыми мы когда-то встречались. Вот здесь, здесь, да, здесь. И это все уровни. То есть это те отметки, где когда-то индекс уже останавливался, когда-то он тормозил. То есть была реакция на цену. И исходя из прошлого, я делаю какие-то экстраполяции в будущее. Я обозначаю уровни для вас. Но, друзья, это второстепенно, а первое очередное – это тенденция. А тенденция сейчас жестко вниз. Вот уверенно, твердо и четко. Поэтому не надо питать иллюзии. В любом случае, в сентябре с такой свечой уже, можно сказать, ни о каких покупках не может идти речи. Ребята нам уже обозначили их намерения. В лучшем случае эту свечу мы пробьем в октябре. Это будет только пробой. В ноябре у нас будет волатильность. В декабре будет свеча успокоения. И в следующем году, в январе, у нас пробой этой свечи успокоения. Поэтому ну, это будет правильная, технично отстроенная разворотная модель. Вот. Для тех, кто думает, что сейчас мы возьмем вот, и наверх пойдем там, за 2 дня там, на плюс 30%. Или сколько там до верха следующей месячной свечи. На 17% отрастем, пробьем, а послезавтра еще 30% сделаем там и будем расти вот так галопирующе, да, до 4000. Нет, друзья, такого не бывает. Просто посмотрите, как разворачивается рынок обычно. Это несколько месяцев консолидация. Видите, несколько месяцев быстрого разворота после вот 5 месяцев снижения. Такого не бывает. Это, видите, свеча успокоения, пробой и потихоньку пошли. В любом случае, это 2 месяца минимум. Поэтому как-то так. А с учетом того, что у нас сейчас не резиденты, большую часть рынка захватили в их, на счетах типа С, да, заблокировано сейчас большинство акций. И ликвидность тут минимальная. Поэтому крупный игрок, который заходит сейчас в рынок, ему как минимум, видите, здесь сколько накопления было? Более полугода. Ему нужно, вот если у меня есть капитал, да, там 300 миллиардов рублей, 500 миллиардов, там, близко к триллиону, мне нужно время, чтобы накопить позицию. А так как в рынке сейчас акции free float там, на около 30-40% free float, сейчас нету цифр точных, но что-то около того. Мне, соответственно, нужно вот эти акции пылесосить долгое время. Поэтому, друзья, я думаю, что все только начинается. И вот эти уровни даже у нас, возможно, не будут задержкой для этого поезда. Посмотрим, конечно. Но пока все выглядит очень печально. Также, друзья, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Мы можем здесь с вами пообщаться. Можете задать вопрос. E-Trade, вот введите поиски в Телеграме или Easy Trade по-русски напишите и найдете наш канал. Также у нас есть чат, ребята очень грамотно у нас общение, я вот прям смотрю, и они развиваются, когда общаются друг с другом, прям уже мышление как будто уже трансформируется в лучшую сторону. То есть если посадить условно 100 человек, да, неопытных, с 10 опытными, то, друзья, интересные процессы будут происходить. Поэтому обязательно подписывайтесь, и мы с вами увидимся и услышимся. Спасибо за внимание.